Всем привет, ребятки, с вами снова Алексей, и у нас ПВЗ, как обычно, мини-зомби-ботаника. Не помню, как быстро я прошел первую часть. А, кстати, где она? А, это была самая первая. В общем, они стреляют в нас, мы стреляем в них. Посмотрим, кто кого. Вот как их мне сносить побыстрее? Они же сильные так-то. Они очень сильные. Я даже не знаю, что мне взять серьезно против них. Но вишенку, я думаю, стоит 100% взять. Она будет всех сносить. А в остальном, так, ну, солнышки, разумеется. Вот это стоит... А, с утенком будут, да, там будут. Но, поскольку они ведь не те, которые с ведром на голове, да? Не такие сильные будут. А вот эти, это кто вообще? Я таких знаю. Так, это что за приколы такие? У меня тех растений не было. Таких стрелков. Может, их можно было купить? Да. Можно. Превратить их в горохометы. Они стреляют 4 горошинами за раз. 4, да? Ну, круто, что. Я хотел бы, наверное, купить лучше 9 мест. Хотя, стоит ли оно того? Наверное, стоит. Я подкоплю. Можно будет чинить свои орехи, не очень-то имею желание покупать. Так, ну и на свои зернопульты, в кукурузные пушки. Нажимай на нее, чтобы начать смертельную атаку. Допустим, она будет замораживать до этого, как раньше было. Допустим, она будет смертельнее, но мне нужно, чтобы она кидалась маслом и тормозила остальных, как было до этого. Если этого не будет, то это трата времени. Для меня это очень важно. Так, ну, в принципе, все. А прошлый уровень, который я не мог пройти в той серии, мне пришлось жестко попотеть, чтобы пройти его. Я, наверное, раза 3-4 пытался перепроходить его. Пришлось тактику искать. Было сложно, было очень сложно. Так, в общем, орехи мне тоже стоит поставить. Так, картофельную мину, возможно, да, тоже поставлю. А вот перец это жесть, блин, как я выживу-то, а, интересно? При его напоре. Так, скорострелов поставлю, наверное. Или... Во, зернопульты, не забыл, не забуду. Так, звездопад, вообще много стрелков у нас будет. А в остальном, что мне еще сделать? В остальном попробуем... Так, ну и двойную... А, стопе, вишню. Чуть не забыл вишню. Вишня будет очень важна. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Так, еще подсолнух. Вот теперь солнышки как-то побыстрее, да? Вам так не кажется? Они реально стали быстрее. А вот и они пошли. А я ничего не поставил. А я молодец, да? Он его снесет. Он его снесет. Жаль, жаль. Я не рассчитал. Так, затормози его. Ну, в принципе, ему хана уже. Ладно. Хана ему. Но они не так быстро сносят, по идее. Как обычные зомби, допустим, съедают. Поэтому не так страшно. Так, зернопультику вот здесь поставить. Их надо поставить везде вообще. Ой, не там поставил. Не там. Так, ничего не знаю. Постой, подожди. Подожди, не бей. Не бей меня. Ну почему он не тормозит его, а? Вот, то, что нужно. Нужно побольше подсолнухов, чтобы было побольше солнышка. Логично? Я тоже так думаю. Пока что они идут понемножку, потихоньку. Надо мины ставить ближе. Надеюсь, он не успеет его убить. Так, еще подсолнуха. Как обычно у нас, в принципе. Все так же. Не! Они еще и съедают? Офигеть, я даже не думал, что они хавать-то умеют. Я думал, они просто сносят, типа. Так, ну вишню, в принципе, не жалко. А вот здесь что делать?
Здесь меня снесли. Да меня везде снесли, в принципе. Начал я не так, как надо. Быстро, однако, очень быстро меня снесли. Еще ничего не начал. Взял не тех, кого надо. Мне срочно нужна защита, прям очень срочно. Страшнее просто не бывает. Как только появятся солнышки, нужные мне, я ставлю вот это. Так, ты уходишь. А вот здесь мы ждем, пока у меня появится мина. Она появится. Она успеет появиться, прежде чем придет. Даже если он придет и начнет ее хавать, она успеет подняться. Это по-любому. Успела. Я прям знал, что она успеет. Вот, хавает его уже немножко. Хавает, хавает. Так, орешечек. Он будет долго хавать его. Так что я переживу. Так, этот уходит сейчас. Здесь. Так, здесь все ясно. Солнышко. Кое-как переживаю все это. Вот просто кое-как. Очень-очень сложно. Так, кувшинку поставить. Бомбани. Давай. Ага, молодец. Так, ты не пройдешь, даже не думай. О, молодец, ну наконец-то, хотя бы одного. Хотя бы одного. Блин, не хочу, чтобы снесли их так рано. Здесь поставим. О, вот это нехорошо. Но у меня есть мина. Я в нужное место мину поставил. Одно солнышко, дайте мне, я поставлю защиту, в конце концов. Вот, зерна пульту. Здесь тоже очень срочно нужна защита. Прям очень-очень срочно. Я не выживаю. У меня не получается. Поближе поставим. Так, вот сюда. Здесь понятно. Здесь сейчас снесут одного, да? Одного снесут. На, его схавай пока что. Так, руки он лишился. Тварюга, блин. Завали его! Завали его! Он его завалит, нет? Он его завалит, он успеет. Он успел. Он молодец. Фу, пронесло, в общем. Кое-как, но пронесло. Так, мне очень нужна защита. Так, там подсолнухи. Защищаем их. Чем можем и как можем. Здесь ясно. Здесь я пережил. Я даже не обратил внимания, что там этот самый пулемет, поэтому поставил в нужное место. Все-таки. Он его и хавает, и стреляет в него, и вообще капец. Прям замечательно все. Вот так. Ага. Ага. Так, 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 давайте мы скорее подсолнушков побольше. Ой, зря поставил сюда. Зачем я сюда поставил? Мне поставить надо сюда стрелка какого-нибудь, а не подсолнух. Так, лучше его сейчас. Прям самое то будет, чтобы троих снести. Так, здесь его поставить. Здесь защиту сейчас поставлю. Так, сейчас защиту поставим. Поближе. Все, защита есть везде. Это замечательно. Побольше подсолнухов. Побольше всего.
стрелков всяких разных. Так, здесь ты уходи. Здесь ставим мину. Везде ставим мины. Пока они их тормозят, мы набираем солнышки и ставим новых. Все так и происходит. Так, ты пока подожди немножко. Какая печальная ситуация, просто капец. Прям жесть происходит. Так, еще листочек. Уходи. Так, еще ставим. Разумеется. Стрелков мне совсем немного. Надо брать кувшинки поближе вот сюда и ставить здесь стрелочков. Точнее, защиту, чтобы к ним не прошли. Так, еще. Вот. Сейчас волна появится, придется как-то пережить. Как-нибудь, но переживем, я думаю, да? Так, ну все, мне, в принципе, больше не нужны эти. Мне скорее подсолнух надо поставить. Как-нибудь подвинемся потом. Так, эти, вот, точно, я их поставлю вот сюда, наверное. Если они смогут простреливать. Они должны мочь прострелить всю эту фигню. Так, там все ясно. Сейчас я там подкину им кое-что. Ну, рановато еще, по идее. Там не такая большая волна сейчас идет. Так, звезду. Накидали им, в общем-то, целую кучу всего интересного. Вот, подсолнухов теперь у меня больше стало. Повеселее, в общем, теперь. Теперь ставим защиту поближе и ставим больше этих самых здесь. Везде, и там, и здесь. Так, он большой, его заберем. Здесь я не знаю, что мне сделать. У меня здесь один стрелок, вы что, нет? Так нельзя. Надо еще одного. Вот перчик, блин, он его снесут, ладно. Его снесут, я думаю. Он долго не проживет. Как-нибудь, но его снесут. Так, я говорил, ставим поближе. Тебя мы убираем. Здесь будет подсолнух. Впереди поставим стрелка. С дальнейшим будет то же самое, по идее. Мы их переселяем. Передвигаем. Так, надеюсь, его сейчас заморозит. За это самое. Затормозили, молодцы. Пусть она успеет встать. Она вот успеет, да? Она успеет. Жаль не обоих, прям чисто в одном месте, очень близко было. Могли ведь обоих снести. Да, знаю я. Все, мне подсолнухи больше не нужны, только стрелки. Не будем ставить слишком много. Здесь я поставлю лучше этого. На воде понятно, что мы сделаем. Мы там будем ставить этих и... Не знаю, что мы там сейчас будем делать. Но этого мне хватит, по идее. Они перезаряжаются не так долго, и я буду успевать. Вот с этим, конечно, печально, да. Но ничего страшного. Я поставлю еще одного. Так что переживать мне не о чем. Все, в общем-то, я победил, считайте. Поставим по мини еще. Чтоб уж наверняка. Звезду поставим. Их, конечно, снесут, но... Почему бы не поставить? Лучше здесь поставить. Самое то будет. Так, это вот сюда. На большого орешка.
От него мы так просто не избавимся. Монетки я чаще всего забываю. Они бывают раскакивают, и я брать их не успеваю. А еще один мудак. Блин. Ладно, хрен с тобой. Мы поставим еще одного. Мне солнышек просто хватает. Я выкрапкался кое-как. Сначала я думал, что все, мне хана, и я неправильно все сделал. Начал не так, как надо. Но в итоге все обошлось. Так, еще одну звезду. Оба-на! Какая толпа! Не зря. Пережили, сделали. Это все, что ли? Это вся волна была? Это было вообще ничто. Это было слишком легко. Слишком. Ну снесите их так, а? Чтобы я не парился. Не ставил ничего. Ну, в принципе, ладно, поставлю звезду. Это ведь уже конец, по идее. Орешка снесут. Жить он так просто не будет. Ну, снесись ты уже. Снес, молодец. Кубочек я получил. В принципе, я за каждую игру получаю кубок. Так, новое. Новенький у нас боулинг 2. Я тот боулинг не прошел, не то что двоечку. Ладно, в принципе, попробуем еще. Может, я второй боулинг пройду? Нежели первый. Если я второй пройду, то получается первый было как бы не очень-то... не знаю, неправильно проигрывать первый, выигрывать второй, да? Газету сносим. Нужно подождать, чтобы как бы во множество зомби попадало. Вот большой он снесет сразу их, по-любому. Как бы больше никого, да? Не появляются постепенно. Вот. Вот так надо. Чтобы в них отскакивало. И по всем гуляло. Не, не будем ставить пока что. Сейчас подождем. Пока они пойдут. Вот. Гигантского. А, он на схой, вон это самое. Так, направо он бежит. А я думал, немного не то. Но буду знать, что. Если он направо, то... То значит, я буду... Бить его там, где... Напрямик будет... Целая куча опасных зомбичей. Молодец, молодец. Но ты не переживешь, что. О, четко. Вниз. Блин, не попало, что ли? Почему? У нас опасные идут. Идут опасные ребята. Но мне тратиться на них неохота. Она полетит в них ведь, да? Да, точно. Замечательно все. Как бы вот. Там Майкл Джексон бежит. На них у нас специальная вещь. Прям замечательная вещь. Так, опасные бегут там. Блин, они... Отскакивает вверх она, оказывается, всегда. Нет, не всегда. Вот, сейчас... Блин, не туда. Надо было вот сюда. Больше опасных бы убилось. Ну, примерно вот так, да. Идеально. Этих мы пока что не тратим. Только такие обычные, как бы. Во! Вот теперь самое то будет. Идеально. Там больше не в кого, к сожалению. Вон там куча опасных. И внизу тоже очень большая куча опасных. Бля, а почему я раньше их не использовал? Их раньше не было, наверное, да? Сейчас только появились. Такие необычные. Блин, не туда. Ну, в принципе, нормально успел. Появились там, ребятки. Их молодца. Вон в дверного.
Замечательно. Эти пока не тратим. Блин, мне надо обычный, ведь мне обычный. Не попал. Жаль. Попадем. Попали. Замечательно. Так, придется напрямик. Не волнуемся, все замечательно, все хорошо. Сейчас все будет. Во-во-во. Как-то так, да. Понимаю, понимаю. Мозги вам нужны. Помочь не могу ничем. Ну, большой оставить не... Блин, ну я хотел на место его убрать. А он поехал не туда, куда нужно, блин. Жаль. Вон Майкл Джексон очередной. Снесли его. Хотя я не так уж и хотел его сносить. Так, ты опасный сейчас в данный момент. Сейчас все опасно стало. Так, ну чтоб не по одному било, а по многим. Ну, она по многим бьет так-то. Успеваю, пробиваю ребяток-то. Во! Да, блин, хотел туда к ним, не посмотрел на этого совсем. Нехорошо получилось. Вот самое то сейчас будет. Замечательно, шоколадку получил. Теперь. Что мы делаем теперь? Здесь, там газонокосилка есть, так что я думаю, надо хотя бы одну сторону продержать. И там ставить не стоит. Замечательно, так. Ставим именно здесь. О, оба, да? Там два зомби, по-моему, в одном идет. Точно. Ох, сколько монеток-то, а? Куда ставить? Сюда ставим. Отлично. О, как четко прям. Замечательно. Там, где нет газонокосилки, там надо поосторожнее быть. Прям реально. Ой, фу, я уж думал, они... перепрыгнут ее. Но нет. И это хорошо, потому что она довольно-таки важная. Должна всех сносить. Никто не должен ее обходить. Вот теперь у меня получается лучше, по-моему, нет? Просто хотя бы потому, что здесь есть большой орех. Я не помню, был ли он там. Но в конце мне, разумеется, скорее всего, не повезет. Так, ребятки, они перепрыгнули, я знал, что они перепрыгнут. Так, необходимо здесь сейчас, да, хотя бы одного. Большие монетки, отлично. Внизу нет газонокосилки, вспомнил. Важное место мы приберегли. Вот еще одно важное место. Так, ладно, хрен с ним. Лучше здесь. Там Майкл Джексон вылез. Пока держимся. В основном молча я тут пытаюсь настраиваться. И кое-как мне это получается. Блин, не прошло. Вот еще один бежит. Не успел ничего сделать. О, эти заранее перепрыгнули, замечательно. Теперь, так. Внизу нет, как бы сейчас не стоит. Вот сюда. Нормально рассчитал. Вот. Там просто нереальное количество я сбил. Прям отлично.
Как так я упустил там всех? Вы чё? Я стану богачом. Тут просто можно фармить. Реально. Нормально так. Так. Вот здесь. Их довольно много. Вот тут пробили. Теперь ждем, где пойдет целая куча. Их везде много, по идее, ладно. Шоколадку еще одну получил. Отлично. Ага, ага. Ага. Вы тоже болеете за меня, да? Прям напрягаетесь. Так, нормально снесли. Это прям очень полезная вещь. Это ведь конец уже. Надо внизу. Ну, прям внизу только делать, потому что у меня... А, в принципе, все. Хуя прошел боулинг с первого раза. Боулинг второй. Сейчас я попытаюсь пройти первый, прям сейчас вот, при вас. Как бы если я за раз его не пройду, то я все как бы, я пройду его на паузе, рано или поздно. А продолжить или заново начать? Ну, в принципе, там уже так было с самого начала, поэтому я продолжаю лучше. Посмотрим, как оно получится у меня. Не, заранее не будем, да? Как только один появляется, надо побольше подождать. Так, до него не долетит, наверное, да? Ну, в общем, ждем. Так, сразу не кидаем. Да, мимо. Полетит мимо. Ну, много их пока что не будет. Поэтому придется вот так. Так, полетит в него или в него? Нет. К сожалению, нет. Надо рассчитывать, как оно полетит. Так, у меня что-то запись приостановилась. Все, продолжаем. Вы ничего не упустили, они просто маленько продвинулись дальше. Так, ну подкинем сюда вот эту. И все, по идее. Он уже перепрыгнул кого-то там. Что-то там. Не-не, я все понимаю, я все теперь знаю. Теперь раньше времени я их не пускаю. Пока свеженькие не пойдут. А они по-любому пойдут. Сейчас ли, капельку позже. Ну или пока я их не убью. Не, видите, пошли ведь. Пошли. Вот теперь мы им бросаемся ими. Правда, я никого не задел сейчас. Ну да ладно. Во! Прям отлично. Один уже прыжок сделал. Вот. Блин. Жаль. Вот теперь мне никого не получается сносить. До них просто-напросто не доходит. Вот. Уже кое-что. За каждый удар по тем, у кого есть защита, мне дают какие-то деньги, да? А, нет, не только. Не только за защищенных. Бывают и за обычных. Вот, сохраняю побольше этих. Да куда, блин, я думал, что он об этом ударится и... Остальных заденет, а пролетело мимо, в никуда. Так, вот он опасный, поэтому надо было его сбить. Не задело никого, жаль. Вот его давайте. Не, не, почему-то не получилось. Вон туда, в кучу. Отлично. Замечательно. Сейчас будет еще замечательнее. Так, эти перепрыгивают. Ага. Так я и хотел.
Так, я не хочу тебя взрывать. Давайте мне нормальную какую-нибудь, а? Да, вот такую. А вот здесь можно и взорвать, в принципе. Кучку эту. Вот. Ага, ага. Богатым я буду. Хотя на самом деле это мелочь. Просто мелочь, потому что... Они дают мне всего лишь десятку и... Как бы мне нужно десятка этих десяток, чтобы я хотя бы сотку получил, логично? Потому что в остальном эти деньги, ну... Это мне надо очень много собирать, чтобы что-то купить на них потом. Я уже почти в конце. Я уверен, что я... Пройду или буду близко к тому, что пройти все это. Я не хотел туда. Ну, в принципе, ладно, пойдет. Ладно. Сколько прыгнул, напрасно. Так, кажись, мне нужно бабахнуть в них. Давайте мне что-нибудь такое, чтобы я мог снести их, а? Тут больших орехов нету, только вот такие. Но я не буду его использовать сейчас. Пока что, потому что... Явно будет что-то попало, это самое. Посложнее и... Во, вот туда он, самое то. Здесь у меня, скорее всего, пройдут, да? Хотя я думаю, что нет. Хотя да. Там только одного задело. Дайте мне еще одного, чтобы я хотя бы одного успел снести. Ты не пройдешь. На одного использовал, только для того, чтобы я успел защитить эту сторону. А там еще целая куча бежит. Что-то я не так рассчитал, по-моему. Хотя пока что все замечательно. Более-менее. Здесь снес. Допустим. Допустим. Надо такого не допускать. В одном месте я уже допустил, но... Там я переживу как-нибудь. Монеты за монетами. Во! Отличное место. Это, я так понимаю, конечная волна. Все, я победил. В очередной раз я победил. Почему раньше мне боулинг не давался, я не знаю. Тогда я просто раньше времени, скорее всего, пылялся и во все подряд, как бы думал, что мне будет всего хватать, и не рассчитывал, как правильно делать. А оказалось, все было легко. Усё. Сегодня я ни разу не проиграл и все прошел. Мне, блин, 20 тысяч, ну десятки не хватило, вы чё? Десятку. Так, ну у меня 3 уровня осталось, как раз таки на последнюю серию, я думаю. Сейчас посмотрю на время. Как обычно, я смотрю на время, потому что раньше я на него не смотрел и не знал, сколько получилась серия. Примерно выходила. Сейчас будет клинк поточнее. Пойдет. В общем, все. Всем спасибо за просмотр, спасибо, что были со мной. А с вами был Алексей, всего хорошего, до встречи!